Главные декорации спектакля «Дети Библии. Моисей» выполнены в технике папье-маше. Талант художника спектакля Натальи Мишиной позволил создать образы яркими, оригинальными и цепляющими внимание. Многие экспонаты скрывают в себе маленький секрет. Внутри них есть механизм, который приводит фигуры в действие. Декорация – это просто отдельное произведение искусства, на которое можно даже смотреть просто отдельно. Мы даже, когда достали это и выставляли, мы не смогли себе даже представить, как у нас получилось это все сделать своими руками. Ну, это делала художница и режиссер спектакля, я немножко помогал. На выставке можно очутиться внутри декораций, познакомиться с эскизами, фотографиями и даже увидеть видеозапись самого спектакля. Также отдельного внимания заслуживают куклы. Каждая кукла в спектакле – это уникальное произведение искусства. Она должна не только выглядеть красиво и правдоподобно, но и быть гибкой, пластичной, а главное – удобной в руках артиста. В этом году православное творческое объединение «Мир» отмечает 15-летие. И выставка – это одно из ряда мероприятий, которые посвящены этой дате. Хочется какие-то итоги подвести, ну и разные формы придумываем для этого. А кроме того, спектакль не идет. И мы пока еще не готовы его восстановить на сцене вот в ближайшее время. А очень жалко, нам его хочется вспомнить. Нам очень жалко, что люди не видят вот эту красоту. Выставка представлена в помещении Православного культурно-просветительского центра и продлится чуть меньше месяца. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.